Итак, всем привет! Как нам всем известно, Microsoft заблокировала обновление для России и Республики Беларусь. Я решил затронуть эту тему. Это уже давно известно. Я просто об этом забыл. Итак, VPN-сервис, который поможет нам обойти это ограничение. Я нахожусь за границей, поэтому мне доступны сборки. Но я скоро возвращаюсь домой. И меня коснется данная проблема. Давайте я вам покажу бесплатный VPN, кроссплатформенный. Я пользуюсь им на macOS. Давайте зайдем в интернет. Называется он Urban VPN. Вот он. Вот его сайт. Из-под Windows он почему-то не хочет скачивать его. Давайте попробуем скачать его из-под macOS. Urban VPN. Вот он. Перейдем на Windows. Я оставлю этот VPN в нашем телеграм-канале. Заходим, забираем. Вот он, VPN наш. Давайте установим. Принимаем. Тут тоже принимаем. Он бесплатный. Допустим, выбираем Соединенные Штаты. Все, мы подключены к Соединенным Штатам Америки. Теперь нам будет доступно обновление. Но оно здесь не вышло, наверное. Да, здесь последнее. 22.621.160. То есть мы включаем этот VPN, подключаемся к штатам или к любой стране, будут видны обновления. Подключились, обновление появилось, отключили VPN, установили обновление. Все страны доступны, платить ни за что не надо. VPN оставлю из-под Windows, у меня не открывается сайт. У вас может откроется, не знаю. Ссылку я оставлять не буду, просто оставлю VPN в нашем телеграм-канале. Заходим, подписываемся, скачиваем. До новых встреч в новых роликах. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Увидимся.